Вашингтон. Успешный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны провели на полигоне в Казахстане. По результатам проверки, после испытаний ракета полностью выполнила задачу, точно поразив условную цель. Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск новой противоракеты российской системы противоракетной обороны. По итогам серии проведенных успешных испытаний новая противоракета подтвердила заложенные в нее характеристики, выполнила сложнейшую программу полета и успешно поразила условную цель. Система противоракетной обороны находится на вооружении воздушно-космических сил России. Она предназначена для защиты от ударов с воздуха, а также для обеспечения функционирования систем предупреждения о ракетном нападении и контролю космического пространства.